Под звуки гимна торжественно поднимают флаг в 38-й школе Барнаула. А вслед за этим школьники начнут разговаривать о важном. С такого внеурочного занятия дети вступают в очередную учебную неделю. На этом классном часу, что посетила и министр образования края, ребятам рассказывают о предстоящем месячнике пожилого человека. Бабушки и дедушки есть у каждого, поэтому тема близка всем школьникам. Я узнала о празднике 1 октября, то, что есть день для престарелых, для пожилых людей. Позвоню своей бабушке, спрошу, как ее настроение, и поздравлю. У меня две бабушки и один дедушка. Можно сказать, история России, не забывать о том, откуда ты родом, свой род. Не забывать свой род и помнить историю родной страны учащимся помогает и пришкольный музей. В нем собраны ценные исторические экспонаты. Ребята рассказали о своих бабушках и дедушках. Мне кажется, это очень важный момент, и урок получился очень интересный. Не так давно в школе провели капитальный ремонт по федеральному проекту «Модернизация школьных систем образования». Обновленные светлые классы, просторный актовый зал, современное оборудование. Так, в кабинете технологии новые швейные машинки и даже полностью оборудованная кухня. Всего на ремонт потратили более 48 миллионов рублей. Полностью заменена система отопления, водоснабжения, водоотведения. Электроработы полностью проведены в полном объеме. Стены, потолки, пол – все это сделано. Теперь наша школа выглядит как новый, красивый, современный объект. В городе Барнауле в рамках этого проекта ремонтировалось 7 школ. И стоимость этого ремонта была около 500 000 000 рублей за счет федеральных средств. Также приобреталось оборудование. В целом по Алтайскому краю в этом году ремонтируется 90 школ. Внешнему оформлению должно соответствовать и внутреннее содержание учебного процесса, считают специалисты. Во время разговоров о важном детям хотят прививать нравственные ценности, уважение к старшим, любовь к близким и родине. Перечень тем для разговоров утвержден на федеральном уровне. Мария Мацаева, Александр Антропов. День с толком.